теперь в центр штрафной 2-2. 2-2 Криштиану Роналду, 68-я минута. И времени еще много. И опять угловой. Все 4 мяча после угловых. Кэрролл не закрыл ближний угол. Ну что, вот так вот в тени, пребывая почти 70 минут игры, Криштиану одним касанием перевернул представление о себе самом в этом матче конкретно. Прекрасно все в курсе, что он в состоянии забивать, и ему для этого особых поводов даже не нужно. 2-2. Но если португальцы этот матч все-таки выиграют, это будет, конечно, почти спортивный подвиг. А я повторю еще раз свою фразу. Если это, наверное, навыков он все-таки не утратил. Жоао Перейро в центр на Велозу. Велозу дальше. Куэнтрао верхом штрафную. Удар! Гол! Вот это все, пожалуй. Криштиану забивает еще один мяч. 77-я минута. И отыграться уже будет невозможно. Ну что ж, браво! Браво, Португалия! Что там делали Эванс с Макаули? Это вопрос второй. Аккурат между ними Криштиану Роналду оказался. Куэнтрао роскошную передачу ему выдал. Без игрока был, по-моему, Гаррет Макаули. Да, смотрите, он абсолютно там чист, как невинный младенец. А отпускать Криштиану Роналду собственной штрафной – это смерти подобно. Футбольной смерти, которая и произошла на 77-й минуте. Ну, а теперь, господа, будьте любезны, попытайтесь хоть что-то сделать. Это делать сейчас. Но это всегда любопытно. Да, вот так вот он театрально отходит. Нет, ничего подобного. Как обычный человек. Стоит на двух ногах. Ждет, пока поставит стенку. Удар. 4-2. И вопрос снят. 83-я минута. Хет-трик Криштиану Роналду. За 15 минут Португалия выигрывает матч у Северной Ирландии. Пробил аккурат туда, где стояли парни в красных футболках с зеленой окантовкой. Они подпрыгнули, и Кэрролл все чуть-чуть словил. Мяч-то рядом с ним пролетел. А, рикошет еще был, да. Рикошет от Стивена Дэвиса. Все это сыграло на руку, или, если точнее, на ногу Криштиану Роналду. ...43 мяча за сборную Португалии и хет-трик. А ведь в первом тайме удалось сделать так североирландцам, что знаменитого Криштиану не было видно просто даже. Даже сквозь очки.